Привет, любители вкусной еды, здоровой пищи. Вот, есть такие интересы. Сейчас вам покажу лайфхак, как сделать так, чтобы было вкусно пить чай с лимоном. Отрезаете лимончик свеженький. Для этого вам нужно отрезать свежий лимончик. Свежий лимончик отрезать надо. Музыку я потише сделал. Это мой проект DJ Колдун. Я Макс Вехов. Желаю тебе успехов. Вот, короче, лайфхак. Можете сами попробовать. Пишите в комментариях. И мой секретарь адекватные комментарии опубликует. Мат и всякое там это, всякое свой негатив печататься не будут, сразу предупреждаю. Эти все лозунги, идите на Майдан и кричите там, ругайте там кого-нибудь другого. Вот, берете, короче, чтобы вкус вкуснее было, вот так вот берете, и вкуснее будет намного, попробуйте. Вот вам лайфхак один. Так, делаете. Вот. Опаньки. Можете проверить. Можете так делать, можете, как вы обычно наливаете чай, выпьете, ощущения какие у вас будут, и так сделать. И еще, смотрите, так как я делаю. Вот. Вода будет намного вкуснее. Итак, где-то надо минуту подождать. Минуту, да. Ну, это могут делать только мужчины. Вот. С положительной энергетикой. Женщины такое не делают, от этого эффекта не будет. Вот вам лайфхак, как сделать свою пищу вкусной и полезной. Вот. Сейчас подождем минутку. Еще немножко осталось. Вот. Подписывайся на мой канал. У меня много чего интересного, полезного. Музычка моя играет, диджей Колдун, я же говорил, да, сейчас пишу альбом. Вот, сейчас это записано только, демка. Вот, теперь можно и пить. Вот, берем-с и пьем-с. Вкуснятина. Вкусно, рекомендую. Все, делай как я, делай лучше меня. Пиши комментарии. Пока-пока, подписывайся на мой канал. Все, кухня холостяка.